Моя 702, моя получается. Сегодня в 7:38 утра по адресу Интернациональная 1А в здании произошел пожар, в результате которого двое человек госпитализированы в больницу и, к несчастью, один скончался. В настоящее время проводится следственно-оперативная группа и комплекс мероприятий по установлению обстоятельств возникновения пожара и гибели человека. В настоящее время уже установлено, что здание было оформлено как индивидуальный частный дом и сдавалось в аренду для различных целей, в том числе увеселительных, как накануне. Обстоятельствами травмирования людей и гибели человека послужило нахождение в состоянии сна одного и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки процессуально будет принято соответствующее решение.